Спасибо. Что такое веселое? Это понятно, что мы закончили тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И слава богу, потому что нахер это все надо. Впереди очень серьезные отношения между земным человеком и того, что, о чем он хочет знать. Впереди композиция, которую я не каждому хотел бы подсказать, но процентов 70 я знаю людей, которые на этой штуке сидят. Это люди, которые спрашивают, а чё почём там? Продай мне чё-нибудь, а я дам тебе тоже. Тени в театре. Играю сатане, что-то дал мне, что-то я дал ему. Я и собой не тенями обгоняя меня на шаг вперед. Все меняет, роли врет.